Снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Проект «Рязань» продолжается. Это совместный проект российско-белорусский. Связанный он с школы автомаляра. Как всем известно, здесь в Рязани мы создали школу и готовим маляров к дальнейшим, то есть, вернее, подготавливаем их и обучаем этой профессии, рассказываем о всяких мелких и не мелких косяках, о проблемах, с которыми они могут столкнуться, о материалах, о том, как надо работать, и многое-многое другое. Ну, я думаю, если вы посмотрите папочку «Школа» на моем канале, вы все поймете. Ну, а для тех, кто не случайно попал и следит за ходом событий, да? Сегодня мы будем красить «Мерседесы», а вернее не красить, сегодня мы будем делать подготовительные работы и начинаем работу с «Мерседесом». То есть, я думаю, ребята уже могут справиться. Ну, а для начала мы посетим авторынок. Ну и мы заехали снова на рынок. Павильон номер 41, что близ глобуса магазина, да? Нет. И меня спрашивали там, что же у вас там за краска такая? С какой краской вы обычно красите? А красим мы обычно Дюпонт. Лак вы уже все знаете. Краску нам мастерски приготовит Ольга. Передай привет, Ольга. Привет. Привет. Так что, кто только недавно начал заниматься, советую, конечно, приехать сюда подобрать, потому что Ольга высококвалифицированный специалист, и она может вам подсказать, что лучше взять и как лучше сделать. Даже технологию наложения может рассказать краску. Грамотная девушка. А приехали-то мы сюда за вертолетом. О, разбогатели, решили на вертолете отсюда улететь. Шучу, конечно. Вертолет это мы называем стойку, на которой лежит, там, допустим, капот или бампер для покраски, да, который двигается. Вот так вот он упакован. То есть еще надо руки иметь, чтобы его потом собрать вот так вот. Ну а мы двигаем на базу. Ну и проект Mercedes стартанул. То есть вот сам Мерседес. Ну, как видите, эта машина не особо ушатана. То есть это не тот автомобиль, который на выброс. Автомобиль очень хорошей комплектации. И по электропакету тоже. То есть и состояние машины удовлетворительное. Но есть, конечно, коцки. Как, например, вот здесь. Там крыло чуть-чуть, дверь чуть-чуть. Не чуть-чуть. Покажи, как следует. Что здесь происходит? Там, кажется, ну, да. Смотри. Как бы вот здесь вот у нас. Дверь сгнила полностью. Полезла, да. Давай покажем. Здесь, смотри, сзади дверь сгнила. Так, здесь, да. Тут все. Ну, такие вот мелкие, но противные. Вот тут вот тоже. То есть вот такие недостатки. Мы распределили, поделили машину на несколько секторов. То есть и один вот красит, допустим, крыло, дверь, второе крыло, дверь. Там также и большие элементы тоже поделили. Так, чтобы примерно было готовить у всех одинаково. И в зависимости, опять же, от степени сложности. Ну и приступим пока к разборке автомобиля. Но мы пока не будем мешать, чуть-чуть в сторонку отойдем, потому что ребята очень сильно машут с инструментом. Ну
бампер уже снял. Быстренько так шустренько вывел, молодцы. Бампер совместный. Бампер совместными усилиями. Так, Виталя разбирается, как же тут снимается окошко. Собственный бампер. Ростовские пацаны настолько суровы, что в туалет они ходят не мелочат. Ну, здесь дверь у нас очень печальная. Здесь на но она без дырочек. Сейчас на стол ее надо положить. Да, ее надо будет на столе посмотреть, что да как. Так довольно-таки печально выглядит. Ну и вот нам подписчик пришел. Большой привет всем подписчикам. Дядя Олежа, большой привет и респект. Продвижение ему. По службе. По службе, да. Хороших людей. Хороших отзывов. Да, у нас и так люди все хорошие вокруг собрались. Дядя Олежа плохих просто удаляет. Это правильно. Жизнь должна быть на позитиве. Да. И самое главное, за 5 минут общения с дядей Олежей я понял, что это на самом деле позитивный, отличный человек. С которой очень приятно общаться, который доброжелательно общается, рассказывает о себе, о своей работе. Вот. Так что, дядя Леш, здоровья тебе, здоровья. Огромное спасибо, очень приятно на самом деле так все слышать. Ну и вот, все делается в процессе, выявляются недостатки. То есть нет стола, за столом уже послали Андрея. И собираем вертолет, на котором мы полетим в следующее будущее. Ми-8. Ми-8, да. Надеюсь, он горит. Уже и гостей подключили к работе. Хорошим людям надо помогать. Да. До утра не выйдет. Процесс пошел. Смотрю, разборка у нас очень быстро продвигается. Буквально за 40 минут ребята полностью разобрали машину. Как бандиты грабят, вот так они ее быстро разобрали. Да, работают быстро. Работа похожа на большой муравейник. Ребята, раз-раз-раз, как муравьи, быстренько все растаскали. В принципе, такими темпами можно было бы и за сутки все покрасить. Но материалы требуют высыхания. Running toward the sun, you know you got the freedom.
сразу или вытолкнули? Да, можешь сразу. Сразу? Угу. Еще раз давай хлопнем. Идет, идет. Ну и проверим машинку. Скипер. То есть сейчас, если мы одобрим, то люди уже спрашивают, есть ли такая машинка в скипере, еще не брали. Ну, если она нам понравится, то скипер возьмет такие машинки, и они будут в продаже. То есть, чем мне нравится скипер? Вот ребята просто дали нам машинку проверить. Они не брали партию. То есть, если она выдержит испытание, значит, она будет в продаже. То есть, будет побольше заказ. Работает. Да, в принципе, работает машинка, очень мягко звук. Единственное, что, да, вот это надо сказать, единственное, что с Navia, когда мы ее взяли, вот эта кнопочка чуть-чуть подзаедала. Но мы сюда капнули силикона, и сейчас она работает хорошо. Звук очень хороший. Да. Звук хороший у машинки. Подшипники тоже как бы не разбитые, нормальные. Посмотрим, как же она работает. Ну, в принципе, это трет она, как и все. В руке как мягко. А вон с кимя. Да, ну-ка дай-ка я попробую. Может, она выдержит у нас тут? Да, посмотрим. Ну, вот у меня машинка, которую вы видели у меня в гараже, она намного жестче работает. Это действительно нормально работает. То есть это не реклама, я говорю, на полном серьезе. Так что это решите выбрать такую машинку, я думаю, не пожалеете. Не знаю, насколько она долговечна. Ну, по первым впечатлениям, вот ощущение в руке, она вроде ничего. Потому что вот, которой я работаю машинку, она с первого момента, там такой звук, как будто она сейчас развалится. Ну, в принципе, не ничего. Вот еще понаблюдаем, как она себя будет вести на Мерседесе. Ну, впечатления такие, что как бы не развалится. Ссылочка на фирму Альфаград, где и продают эти машинки, да, у нас в Беларуси. Может быть, и по России договоритесь. Ссылочка есть в описании видео всегда, в любом ролике. Потому что компания теперь в лице Альфаграда наш постоянный компаньон, так говорится, и помощник. Именно про такие моменты я вам и рассказывал. То есть выключили свет, какие-то ремонтные работы происходят, и у нас тупо нету света. Работа немного тормознула. А был бы у нас генератор от фирмы Skipper, мы бы его завели и дальше работали. Такие вот пироги. Ну вот, в принципе-то, свет вырубили. Сегодня мы закончили чуть пораньше. Но, как бы день, я считаю, все равно удался, потому что в плане была сегодня только разборка, но мы уже успели даже зачистить почти все очаги ржавчины и обработать их цинкарем. Считаю, день
прошел продуктивно. А завтра мы уже начнем с того, что зачистим цинкарь и будем уже шпаклевать машину. Сегодня уже часть мы там зашпаклевали, но завтра уже будем полностью шпаклевать и постараемся завтра ее загрунтовать. Сильно затягивать мы не хотим с машины. Так что как-то вот так. А на сегодня все. Всем здоровья крепкого, настроения бодрого, ну и, конечно же, добра и бабла. Правильно. Ну и поступила вот такая просьба от Светланы Москва. Проживает она в Минеральных Водах. Ну, здесь очень большая предыстория. Я покажу вот так вот, да. Ну, кто успеет, можете почитать. Ну, суть дела в том, что, ну, в силу разных обстоятельств у женщины поломалась машина, которую она не в силах восстановить, а машина является единственным помощником в семье. Муж уже 17 лет на пенсии, я так понял, больной, да? Ну и она описывает здесь свою жизненную ситуацию. Не буду всех грузить, да, но человеку просто надо помочь. И, то есть, если кто-то в силах помочь, то есть девушке нужна коробка передач на Nissan Almera, двигатель 1.8, Люксара, что ли, короче, вот, вот Люксара, и вот адрес электронной почты. Коробка АКПП. Так что, если кто-то может помочь, если у кого-то своя разборка, и вы сможете подарить эту коробку. Ну, если не подарить, то очень незадорого. У девушки нету действительно денег. И если мы поможем, это был бы неплохой вариант. Очень интересно понаблюдать. Нашла ли все-таки Светлана такого человека? Или нашелся человек, который вызвался помочь? Очень хотелось бы узнать. The pretty girls, they are looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game, you got me shaking somehow. Come on, I gotta fight the plan and take it.